Hare Nam Sankirtan Jagya Ki Jai. Hare Krishna Mahamantra Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. St. Petersburg Yatra Ki Jai. Anantapati Vaishnavinda Ki Jai. Jai Gopram. Before I was a devotee, I read some yoga books. Прежде чем я стал преданным, я читал книги по йоге. And it told all about asanas. И в этих книгах говорилось о разных асанах. And it told about chakras. Также там рассказывалось о чакрах. Well, I was never a good yoga practitioner. Но я никогда так и не стал хорошим йогом. I didn't like it too much. Мне это особо не нравилось. I think I was always too fat and too stiff. Мне казалось, что я всегда был для этого слишком толстый и неповоротливый. But I remember, you know, reading about these different chakras in the body. Но я помню все, что там описывалось о чакрах в нашем теле. And I remember reading about a heart chakra. И я помню, там описывалась сердечная чакра. And some of you were probably yogis or yoginis, so you could tell me very scientifically what the heart chakra is called in Sanskrit. И я думаю, что многие из вас являются очень искусными йогами и йогинями, и вы мне сами можете сказать, как на санскрите называется сердечная чакра. But, when I came in contact with Srila Prabhupada, and he was presenting the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu, basically he explained that the heart is closed. Но когда я столкнулся со Шрилой Прабхупадой и узнал о учении Шри Чайтаньи Махапрабху, Шрила Прабхупада говорил, объяснял, что наше сердце закрыто. Actually, Шрила Прабхупада told us about Lord Chaitanya from the very beginning. По сути, Шрила Прабхупада, он нам рассказывал о Господе Чайтанье все с самого начала. And Lord Chaitanya himself, he compared the heart to a lotus flower. И Господь Чайтанья, он сравнивает сердце с цветком лотоса. And Lord Chaitanya indicated that in our present condition state of existence, the lotus is closed. И Господь Чайтанья объясняет, что в нашем прежнем существовании наше сердце было закрыто, подобно бутону лотоса. Like sometimes you may see a lily. Or, okay, let me say it like this. Sometimes an insect, say a bee, will go onto the middle of a lily or lotus to take nectar. Например, какое-нибудь насекомое, скажем, пчела, налетит в самый центр цветка, лилии или лотоса, чтобы собрать там нектар. Но в конце дня, на закате, цветки лотоса, лилии закрываются. И пчела или другое насекомое, если оно в этот момент находилось в цветке, то оно оказывается в ловушке, в закрытом цветке. And then when the sun comes again, the lotus opens, and when it opens, you look inside and you see an insect there. Но позже, когда солнце снова встает и цветок распускается, мы можем обнаружить внутри этого цветка пчелу или насекомое другое. So at one very, very long ago forgotten time, our hearts were
open with love for Krishna. І коли-то давним-давно, в незапам'ятні времена, наше серце було розкрите і було наповнене любов'ю к Кришні. But at some point in that very long and forgotten time, we turned our face away from Krishna. Но позже, в те же далекі незапам'ятні времена, ми відвернулись від Кришни. And when we turned our face away from Krishna, we fell into this material existence. І як тільки ми відвернулися від Кришни, ми тут же упали в цей мир матеріального существування. And that natural loving spirit that we have for Krishna, it became closed at that time, and our hearts became closed at that time. І в той же момент ми потеряли дух любви Кришні, і в той же момент наше серце закрилось. So we, the living being, is within that heart, which is just like a lotus flower. І так, каже живого существа, серце за подобно цвітку лотоса. And through innumerable births and deaths and so many species of life, we have kept the wrong association, and therefore that lotus of the heart remains closed. І в течение всех этих бесчисленных рождений и бесчисленных форм жизни, в которых мы были, мы привлекались неправильным общением, и из-за этого наши сердца, наши эти цветки лотоса закрылись. Lord Krishna explains in the Bhagavad Gita. Господь Кришна объясняет Бхагавад Гите. Каранам гунасангасья садаса джонижанасу. That the cause of the repetition of material existence is the association with the modes of material nature. Господь Кришна говорит, что из-за бесчисленных рождений в материальном мире мы общаемся с материальной природой, соприкасаемся с ней. He uses the word karanam, which means cause. И он использует слово karanam, что означает причина. And he says guna sangha. И также он говорит guna sangha. Sangha means association, guna means with the three qualities of material nature. И санга означает общение, соприкосновение с тремя гунами материальной природы. So he says, by this cause of guna sangha, sad, asad, joni, janmasu, we are put inside of the wombs of good and bad species of life. Итак, Кришна говорит, что из-за соприкосновения с гунами материальной природы нас помещают в лона различных видов жизни. And in all those different and auspicious species of life, this heart remains closed. Из-за того, что мы попадали с вами в различные неблагоприятные формы жизни, наши сердца оставались закрытыми. But now, by great fortune, we have become subject to the mercy of Śrīla Prabhupāda, and we have become subject to the mercy of Śrī Caitanya Mahāprabhu. Но сейчас по какой-то невообразимой удаче на нас пролилась милость Шрилы Прабхупады и милость Шри Чайтаньи Махапрабху. And Lord Chaitanya, he said, Shaya Kairava Chandrika Vitanam Vidyavara Jivanam. He says that this motive, this heart, is called Kairava Lotus. И в Шикшаштакам Господь Чайтанья называет сердце как Кайровом. Was anyone in Vrindavan and Kartik? Кто-нибудь был во Вриндаване на Картике? Anyone? Кто-нибудь? Did you notice how they were offering the deities? Regularly, they were offering the deities these garlands that had these big white flowers. Замечали, видели, что божествам предлагают гирлянды из таких больших белых цветов? Did you notice that? Like these big white flowers. Понимаете, да, такие большие белые цветы? And Dinabandhu Prabhu told me that is the Kairava lotus. И Динабанду Прабху мне говорил, что это как раз и есть лотос Кайрова. It's a white lotus. Это белый лотос. Most lotus flowers, like blue lotuses, red lotuses, they open under the heat of the sun. И лотосы голубого цвета и розового цвета, они раскрываются под лучами солнца. Kairava lotus
opens under the cool rays of the full moon. А лотос Кайрова розкривається під охолоджаючими лучами луни. We know after Kartik Purnima, the moon becomes very cooling and starts getting cold. Ми знаємо, що во время Картики на Пурніму лучи Луни становятся прохладными, охлаждающими, и сразу же погода становится прохладной. So he says, Shreya Kairava, he says, your heart is like a white lotus. И Господь Читания говорит, Shreya Kairava, то есть сердце подобное белому лотосу Кайрова. And this Harinam Mahamantra, this Hare Krishna Mahamantra that we're chanting, these are like the cool rays of the moon. І Харі Кришна Махамантра, Харінава Махамантра, яку ми з вами виспіваємо, вона подобна охлаждаючим лучам Луни. Now the moon has very cooling rays. Лучи Луни охлаждають. And Харінам, like the rays of Харінам, they're very cooling and they're very satisfying to the heart. А лучи Харінами, вони охлаждають наше серце і приносять йому удовлетворення. And if we just keep ourselves immersed in the sound of Harinam Sankirtan, the sound of Krishna's holy names, then that white lotus of the heart, it opens. Если мы с вами погрузимся в звуки Харинама, если мы погрузимся в звуки святых имен Господа Кришны, то наши сердца, лотосы наших сердец раскроются. And then that, well, we gave an example of a little insect inside the lotus earlier. И ранее я уже приводил пример насекомого, который осталось в цветке. But when the white lotus of the heart opens, the jiva of the spiritual soul becomes revealed and you understand who you are. И можно понять, что когда лотос нашего сердца раскроется, то джива, душа в этом лотосе, она проявится и осознает, кем она является на самом деле. We will understand who we are, and there will be an awakening of transcendental emotion for Krishna. Когда мы осознаем, кем мы являемся на самом деле, то в наших сердцах пробудятся трансцендентные эмоции, чувства по отношению к Кришне. And then if we remain engaged in Harinam Sankirtan, in the association of the pure Vaishnavas, then that very blessed state that we read about, which is called love of God, that will awaken. Если мы будем продолжать погружаться в звуки святых имен и оставаться в общении с чистыми вайшнавами, то то состояние, которое мы только читали, любовь к Богу проснется в нашем сердце. Lord Chaitanya Mahaprabhu has said that the attainment of pure love for Krishna is the goal of our lives. И Господь Чайтанья Махапрабху говорит, что целью нашей жизни является обретение чистой любви к Господу Кришне. Lord Chaitanya has said that a devotee does not desire any type of liberation. Господь Чайтанья говорит, что преданный не желает никакого освобождения. And if a devotee doesn't desire any variety of liberation, then certainly a devotee does not desire to have the material pleasures which are found in the planets of heaven. И уж если преданный не желает никакого освобождения, то, естественно, он не желает наслаждений, которые доступны на райских планетах. But the only thing a devotee desires is to be the servant of the servant of the servants of Krishna. Единственное, чего желает преданный, это стать слугой, слуг Кришны. I read recently in the Bhagavatam section on Durvasa Muni and Maharaja Amrish. Недавно я читала Шримад Бхагаватам ту часть, где рассказывается о Дурваса Муни и Махараджа Амриша. Durvasa Muni, he got himself in a lot of trouble because he offended a pure Vaishnava, Maharaja Amrisha. Durvasa Muni нажил себе массу проблем из-за того, что оскорбил чистого преданного Махараджа Амбаришу. Then the Lord became very upset. Господь очень расстроился из-за этого. He sent his Sudarshan disc to chastise Durvasa Muni. И отправил диск Сударшана наказать Дурваса Муни.
Srinivasa, that despite the fact that he was a very highly advanced Brahmin and a great yogi, he started running for some shelter. И несмотря на то, что Дурваса был великим йогом, он стал метаться повсюду в поисках прибежища. And he went to Lord Brahma, and Lord Brahma said, I'm sorry, but I cannot help you. Он отправился к Господу Браме, но Брама сказал, извини, не могу тебе ничем помочь. Then he went to Lord Shiva. Lord Shiva said, I'm very sorry, but I cannot help you. Затем он отправился к Господу Шиве, но Шива также ему сказал, извини, ничем не могу тебе помочь. So he was such a great Brahmin and transcendentalist that he actually went to Vaikuntha. И поскольку он был величайшим Браманом и трансценденталистом, он смог попасть на Вайкунтху. And he approached Lord Narayana. И там он обратился к Господу Нараяне. And he said, Lord, I really made a mistake because I offended your devotee. Он сказал ему, Господь, я действительно совершил огромную ошибку, поскольку я оскорбил твоего преданного. So I need help. Теперь мне очень нужна помощь. And he said, Lord, I understand that you're the creator of everything. Он продолжил, Господь, Ты являешься творцом всего. And I understand that you're the controller of everything. И я также знаю, что ты повелеваешь всем. And I can understand that if a person is even fit for going to hell, if he's on his way down to hell, you can very easily awaken in his heart the attraction for the holy name, and then he can go to the spiritual world. И я также знаю, что если какой-то человек достоин ада, и у него нет другого пути, только идти в ад, ты можешь пробудить в нем привязанность к святому имени и таким образом освободить его. И он заключил, таким образом, Господь, пожалуйста, спаси меня. И тогда Господь Нараяна ответил Дурваса Муни. He said, Дурваса, my pure devotees, they have no material desires in their hearts. Дурваса, мои чистые преданные в своих сердцах не держат никаких материальных желаний. They don't desire heaven. Им не нужны райские планеты. They don't desire liberation. Им не нужно освобождение. They only desire my lotus feet. Все, чего они хотят, это обрести, достичь моих лотосных стоп. So since my pure devotees' hearts are pure. И поскольку сердца моих чистых преданных чисты, I am the only thing that's within their hearts. Я — это единственное, чего желают их сердца. And I love them so much that they are the only thing that's inside of my heart. И поскольку я их сам люблю больше всего, они находятся в моих сердцах также. He said, Дурваса, I'm very sorry. Дурваса, мне очень жаль. I am not independent. Я не являюсь независимой личностью. But I'm absolutely controlled by the love of my devotees. Я нахожусь под абсолютным контролем любви моих преданных. And Śrīla Prabhupāda explained in the purport. И в комментарии Śrīla Prabhupāda объясняет. He said the great devotees of the Lord, they are absolutely surrendered to the Lord. Великие преданные Господа полностью предаются Ему. Prabhupada, who are those great devotees? И Прабхупада задает вопрос, кто же эти великие преданные? He said, Brahma. Brahma. Vyasadeva. Vyasadeva. Narada Muni. Narada Muni. Somebody else he mentioned. И еще кого-то он там упоминает. But he said, they're completely surrendered to the Lord, so the Lord gives his love to them 100%. И поскольку они предались Господу, то Господь на 100% им дарует свою любовь. He said, but Prabhupada made an interesting point. Но далее он говорит очень интересный момент. He said, when devotees will serve the great devotees. Он говорит, что великие преданные служат великим преданным. He said, for example, we have our six Госвамис. И, например, мы знаем шестерых Госвами.
He said, the love that the Lord gives to them is even greater than the love that he gives to the great devotees. Он говорит, что любовь, которую Господь даровал шестерым господам, она еще более великая, чем та любовь, которую он даровал великим преданным. Because they're the servants of the servants of the servants of the great devotees. Поскольку они являются слугами слуг великих преданных. And then we have Śrīla Bhaktivinoda. И далее он пишет, что у нас с вами есть Бхактивинода. Śrīla Bhaktisiddhanta. И Śrīla Bhaktisiddhanta. And Śrīla Prabhupāda. And Śrīla Prabhupāda. And all your spiritual masters. А также все наши духовные учителя. So the more we have the spirit of not wanting anything material and not wanting liberation, but to just be the servant of the servant, the servant of the servant, the sweeter and sweeter and sweeter and sweeter the love of the Lord becomes. И далее он говорит, чем меньше в наших сердцах будет тяга к материальному, чем меньше в наших сердцах будет жажда к освобождению, и чем больше мы будем развивать жажду служения слугам великих преданных, тем более сладкой будет любовь, которую нам дарует Господь. And by the grace of Sri Chaitanya Mahaprabhu, и по милости Шри Чайтанья Махапрабху, all we have to do, все, что нам с вами нужно делать, is sit here in this building, просто сидеть в комнате этого здания, and open our mouths, открывать рты, and sing as loudly as we can, и петь так сильно, так громко, как только мы можем, and just hear the beautiful sound of the Hare Krishna Mahamantra. И просто слушать прекрасный, чудесный, удивительно красивый звук Хари Кришна Махамантры. And then it opens. И тогда он откроется. And then we love Krishna. И там будет любовь к Кришне. Because that is our constitutional position. Поскольку это наше естественное конституциональное положение. But material things will not open the heart. Но материальные вещи не помогут нашему сердцу открыться. Liberation will open the heart. Разве освобождение может помочь нашему сердцу раскрыться? Liberation will make your heart hard. Желание освобождения лишь сделает жестким, твердым наше сердце. And material things will just make you have birth and death in this world. А жажда материальных вещей может только помочь вам рождаться и умирать в этом мире. Devotional service in Harinam Sankirtan, that will give you love of God. Но преданное служение и Харинама Санкиртана поможет нам обрести любовь к Богу. So I thank you all very much for this opportunity to be here tonight in St. Petersburg and just chant Hare Krishna with you. Я благодарю вас всех за то, что вы мне дали возможность сегодня вечером быть здесь вместе с вами в Санкт-Петербурге и петь Хари Кришна вместе с вами. И просто слушать эти имена. Вы же видите, я сижу вот здесь, вот так. Потому что я хочу слышать больше и больше. И вначале я пою очень-очень-очень медленно. Just so that we let the name overtake us, and then the name does everything. Просто чтобы Святое Имя захватило нас и сделало свое дело. Sometimes it's hard for our young mridanga players to play really, really slow for a long time. И иногда юным, не совсем опытным мридангистам очень сложно долго-долго играть в медленном ритме. They're excellent. They're excellent. Но вы были достойны восхищения. But отлично. For so long time, they think, when are we going to go fast? И очень-очень долгое время он не ускорялся. Like our young kartal players who could just do harinam from morning till night. И мне очень нравятся юные каратеисты, которые поют
You know what I was saying to you? I kept telling you something in Kirtan. Я вам что-то говорил во время Киртана, да? Показывал. Do you know what I was saying? Знаете, что я вам говорил? I was saying, don't just play according to some. Я говорю, просто вот не играй вот так вот. Technique. Не играй вот этих никаких технических штук. Play from your heart. Просто играй своим сердцем. That's all I said. Play from your heart. Я вот это я пытался сказать. Играй своим сердцем. And they can sit here, these young people, they can just sit here from morning till night and do very well. Я так смотрю, что эти вот молодые ребята могут тут сидеть с утра до вечера и участвовать в харинае. I've seen it all over the world. И я вижу это по всему миру. And, so we should come together and do this. И так нам нужно просто собираться вместе и заниматься этим делом. It's the most important thing for us is that we will always hear the words that Lord Krishna spoke in Bhagavad Gita. И это самое важное для нас. Об этом говорит Господь Кришна в Бхагавад Гите. We should hear the discussions about Krishna that are given in the Bhagavatam. Мы должны слушать об играх Кришны, которые описываются в Бхагаватам. And then we should chant the holy names. И также мы должны повторять святые имена. And then just very, very naturally. И тогда совершенно естественным образом пробудится любовь. Just like Balaram. Да, вас Баларам зовут? You know, sometimes Balaram is he's a young man. Вот возьмем, например, Баларама. Он молодой человек. Young men, they always have a tiger inside of their stomach. И у молодых людей в животе обычно живет тигр. Который рычит бесконечно, дай просада. Morning or night, ready to take prasada. Утром и вечером и ночью он всегда готов принимать много просада. And you sit down and you're really hungry. И вот он садится здесь, и он реально очень голодный. So much prasada. А там столько просада. And then you start eating. И так он начинает есть. And eating. И ест. You keep eating. И ест, продолжает есть. And you keep eating. Продолжает есть. Eating. И снова ест. At a certain point. И в какой-то момент. Think, I'm satisfied. Он говорит, ну все, я доволен. I can't take it more. I'm satisfied. Больше не могу, я доволен. I don't require more. I'm satisfied. Больше ничего не нужно, все, хватит, я доволен. So this pure devotional service is like that. И чистое преданное служение похоже очень на этот процесс. We become satisfied and we know that we're satisfied. Мы обретаем удовлетворение, и мы чувствуем, мы знаем, что мы удовлетворены. Just by sitting in this absorption and hanging on to it. Нам нравится просто здесь сидеть и погружаться в Харинаму Санкиртану. So thank you all for this opportunity. Еще раз большое спасибо вам за эту возможность. It's been wonderful being with you again. Это просто удивительно быть со всеми вами здесь сегодня. And I pray for your blessings that I can come back to St. Petersburg and chant with you all again. И я прошу ваших благословений, чтобы у меня еще появилась возможность приехать в Санкт-Петербург и петь вместе с вами здесь. Махарадж будет раздавать нам просад. Можно будет подходить аккуратненько. И Бхакти Прингайб Махарадж является монахом, он проповедует по всему миру. И если у вас есть возможность, это очень большая-большая милость, это что-то пожертвовать, на его пробовать. Пожалуйста, можно гладить.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.